18 августа СМИ сообщили о том, что фракция КПРФ в Госдуме внесла проект закона о возвращении прежнего пенсионного возраста, то есть выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Действующий закон, против которого выступали коммунисты, увеличил пенсионный возраст на 5 лет. Вот как прокомментировал эту инициативу лидер партийной группы, объединившей Приангарье, Якутию и Магадан на выборах в Госдуму, Сергей Левченко. Это была наша принципиальная позиция, которую мы не скрывали в 2018 году, когда вдруг ни с того ни с сего вдруг стали обсуждать эту так называемую пенсионную реформу. Наша фракция в Государственной Думе голосовала против этой реформы. И мы всегда говорили о том, что это не реформа, по сути дела, значит, просто увеличение пенсионного возраста и вытащить из карманов пенсионеров и будущих пенсионеров примерно по 1 000 000 рублей. Вот, значит, это есть и в наших предвыборных шагах, действительно, в 10. Вот. И для того, чтобы уже в новом составе с первого дня не просто там говорить о том, что мы против реформы, что давайте обсуждать идею, там, какую-то концепцию, поэтому мы уже внесли конкретный законопроект, чтобы было обсуждать, что со всеми новыми депутатами Государственной Думы, чтобы каждого из них можно было бы проверить, как говорится, насколько они выполняют волю народа, потому что то, что абсолютное большинство людей против этой так называемой реформы, она никакой реформой не является, это, по-моему, совершенно очевидно каждому человеку.